На освещение Первоуральска в этом году потратили 11 миллионов рублей. За счет этих средств специалисты установили и подключили фонари на 16 улицах муниципалитета. Большую часть внимания и сил уделили улице Орджоникидзе. Работами там занималась компания из Нижнего Тагила. Они установили 66 новых фонарных столбов. Опоры освещения появились и на улицах Урицкого, Медиков и Емлина. Стороной не обошли и сельские территории. В деревне Крылосово появилось 42 новых опоры освещения, а в деревнях Каменка, Нижнее Коновалово, поселке Кузино и Селеново-Алексеевское 110 светильников. Все работы проведены в рамках реконструкции системы освещения Первоуральска. Продолжить эту работу планируется и в 2020 году.